Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Смотрите сегодня в программе. Долгожданное открытие торгового центра «Галактика». Кто бы что ни говорил, у нас все получилось. Поэтому мы работаем единой командой, идем вперед, реализуя мечты наших десногорцев. Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 117 сообщений о происшествиях. Вечер юбилей «Мелодии любви». Десногорской библиотеке 45 лет. Это центр культуры всего города, где и поддержка общественных организаций, и гражданско-патриотическое воспитание. Кафе, ресторан, магазины электроники, косметики и другие теперь под одной крышей в новом торговом центре. Открытие «Галактики» в Десногорске ждали давно и с нетерпением. И, как выяснилось, ожидание того стоило. Событие состоялось 8 февраля. Центром притяжения десногорцев в этот солнечный зимний день стал новый торговый центр в районе городской набережной. Открытие «Галактики» ждали давно. Появились даже и скептики, которые не верили в реализацию такого крупного торгового объекта. Тем не менее, «Галактика» официально распахнула свои двери 8 февраля. Этот замечательный проект смог состояться благодаря тем людям, учредителям торгового центра «Галактики», которые приняли для себя довольно-таки непростое решение в нашем городе построить торговый центр вот такого формата. Решение это было непростым в силу своей исключительности. Одноэтажное здание общей площадью 5500 квадратных метров вместит 20 магазинов, среди которых и крупные федеральные сети. Подобный торговый формат для небольшого города – редкий случай веры инвесторов в свой проект. Наша компания, наши инвесторы поверили, им показался привлекательный наш город, и поэтому мы верим в перспективы и в развитие Десногорска. Больше половины торговых площадей уже сданы арендаторам. Среди уже открытых – магазины электроники, ювелирные салоны, аптеки, кафе, супермаркет. Список постояльцев будет дополнен уже в ближайшее время. Если честно, думали, что хуже будет. Превзошли все наши ожидания. Очень понравилось. Очень хорошо. Людям даже некуда было сходить, и все ездили до Смоленска просто, чтобы сходить в магазин. И это очень удобно теперь. Походи, здесь интересно, конечно. Все в одном месте. Очень удобно. Замечательно. Спасибо местной администрации. Мы довольны. Для детей классно. Без сомнения, новый торговый центр станет популярным местом отдыха для семей и молодежи. А Десногорск станет еще более привлекательным не только для местных жителей, но и для гостей Атомграда. Кто бы что ни говорил, у нас все получилось. Поэтому мы работаем единой командой, идем вперед, реализуя мечты наших десногорцев. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 117 сообщений о происшествиях, из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 109 административных правонарушений, в том числе 77 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. Центральная Десногорская библиотека отпраздновала 45-летие. Немногим младше самого города, это учреждение по праву стало частью его и не теряет своей популярности даже в 21 веке. Радостное событие отмечали 6 февраля. Путь длиной в 45 лет. От небольшого помещения до отдельно стоящего здания с книжным фондом более 100 тысяч экземпляров прошла Десногорская библиотека. Все это время она была не только информационным центром, но и местом дружеских встреч, тематических мероприятий и праздников. Исключением не стал вечер 6 февраля. Сегодня празднуем юбилей библиотеки, которая, считайте, является ровесницей города и на протяжении всего его становления шла рядом и помогала первостроителям, их детям, их внукам, всем нам, в том, чтобы этот город развивался.
Отметить юбилей библиотеки пришли многочисленные друзья учреждения. Среди них представители администрации Десногорска, сотрудники предприятий города, творческие коллективы и общественные организации. Ну как может быть библиотека учреждением? Это храм на самом деле. Это вот, поэтому библиотека, а не учреждение. Библиотека – это вот как раз храм, хранилище, знания. Источник знаний. Коллективу библиотеки были вручены благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в библиотечное дело. В том числе, благодаря преданным своему делу людям, учреждение продолжает оставаться одним из культурных и общественных центров Атомграда. Спасибо всем нашим друзьям, всем нашим коллегам, нашей команде, всем нашим самым добрым-добрым людям, кто любит, помнит, знает. И о библиотеке, и о работниках, и о том, как библиотека понимает, как библиотека должна жить. Теплая атмосфера библиотеки в этот раз была еще и по-особенному праздничной. И нет сомнений, что несмотря на цифровой 21 век, библиотечное дело будет жить и дальше. Ведь уютное ощущение от книги в руках не заменит ни один гаджет. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Нет в России семьи, которой бы не коснулись событий Великой Отечественной войны. Внести свой вклад в сохранение священной памяти о ней под силу каждому. Так фонд АТР АЭС и концерн Росэнергоатом проводят акцию «Фронтовые письма атомных городов». Так будет называться сборник писем с фронта, каждое из которых было написано участникам войны родным и близким. Если у вас есть такие письма от дедов и прадедов, поделитесь ими. Пусть все узнают о подвиге ваших предков. Письма принимаются до 26 февраля по адресу, который вы видите на своих экранах. В конце выпуска о погоде. 11 февраля в Десногорске пасмурно, возможен снег с дождем. Температура днем плюс 2, ночью около нуля. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desna.dfstv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!